Да-ду-да-ду-да-да-ду-да-плей. Ду-да-плей. Многие тысячелетия големы охраняли и защищали деревни и их жителей. Но никто не знает, какую тайну они скрывали от людей. В этой истории мы постараемся приоткрыть завесу этой тайны. Если ты хочешь продолжения этой серии, поставь лайк и напиши комментарий, и я сниму новые серии. Всем спасибо за просмотр. Ну что ж, давайте начнем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, я собираю урожай. Так. Так, привет, житель, привет. Я помогаю, подожди. Я помогаю собирать вам урожай, семена. Сейчас я посажу. Сколько много пшенички. Сейчас я помогу вам, житель, собрать пшеничку. Так, вот здесь соберу. Так, нужно тут еще будет немножко собрать. Так, что это такое? Что ты меня гонишь? Убирайся отсюда, ма. Убирайся с моей деревни. Уходи. Почему ты меня гонишь? Подожди, я же полноправный житель этой деревни. Такой же, как и все жители. Почему? Почему ты меня бьешь? Подожди. Убирайся с моей деревни, а я тебя сейчас убью. Ой, нет, 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 пожалуйста, 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 ой. Ой, не обижай меня. Почему ты меня обижаешь? Почему ты меня бьешь? Ай-яй-яй-яй, помогите. Ой, на тебе. Сейчас у меня есть меч. Держи, получай. Получай. Ты плохой. Убирайся с деревни. Она моя. И все жители мои. Ой, 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 надо быстрее. Я убегу. Ладно, хорошо. Только не надо меня бить. Ай, помогите мне. Что случилось с големом? Ай! Ай-яй-яй, хватит, я убегу, не надо меня бить. Ой, так, ну куда же мне убегать? Можно я буду здесь, вот здесь будет мой домик, я буду здесь жить, пожалуйста. Что с големом случилось? Он же все, они же защитники деревни, почему он меня обижает? Да, надо убежать. Ладно, хорошо. Я убегу. Убегу сюда куда-нибудь, в пещеру. И буду жить в пещере. Понятно? Я буду здесь жить где-нибудь. Ой, здесь сыро и темно. А ну-ка, у меня есть уголь? Нету. Ладно, я сейчас добуду уголь этой палочкой. Ой... Слишком долго ждать. Где у меня
У меня нету... У меня все инструменты остались в деревне. Ну-ка я быстренько-быстренько пробегу и заберу свои инструменты. Хотя бы инструмент один хотя бы забрать. Ой, упал. Где-то здесь есть инструмент мой. Вот, деревянная кирка. Ничего страшного, ребята. Ну, скажите, пожалуйста, жители, что случилось с големом? О, голем. Великие големы, они наши боги. Мы их боимся. Вы боитесь големов? Почему? Что? Расскажите мне, почему вы их боитесь? Не уходите. Не уходите, расскажите мне. Расскажи, почему вы боитесь големов? Вы не хотите со мной разговаривать? Поговорите со мной, пожалуйста, почему вы боитесь големов? Никто не хочет со мной разговаривать. Что случилось с големами? Какую правду? Какую тайну они хранят? Ладно, я буду здесь жить тогда, в этой пещере. Сейчас я сделаю себе факела и сделаю здесь домик. Да, как бы, конечно, можно подумать, здесь сыро и холодно, но ничего страшного. Я буду здесь жить. Вот и свет, смотри, как светло, хорошо. Вот здесь я себе сделаю такую маленькую пещерку. А ну-ка, мне нужно расширить ее. Сделать ее чуть побольше. Здесь уберем. Будет широкая пещера, будет у меня домик здесь. Я буду здесь жить. Что это с големами? Я не знаю. Какие-то они злые стали. О, что это за лошадь такая, смотри. Зеленая. Ай! Упал. Что это за зеленая такая лошадь? Интересно, я такую в первый раз вижу. Так, а это что за домик? Может быть, я в этом домике буду жить? Кровати нету, есть какие-то бумаги. Так, это ничего интересного нету. Жалко, нету кроватки, чтобы я спал в кроватке. Так, а тут тоже ничего интересного нету. Так, яички. Так, соберем яички. Да, здесь ничего интересного и нет. Кроме вот этой зеленой лошадки. А это что за домик? Подожди. Я такого домика здесь не видел. Ой, а это точно домик? Подожди. А где же дверь? А, вот дверь. О, что это такое нарисовано здесь? Смотри. Печка какая-то. О, плавильная печь. Нифига себе. Я такой первый раз здесь в этой деревне вижу. Подожди. Спущусь-ка я сюда. И зомбаков нету. Хотя наступила ночь. Смотри. Вообще нету ни зомбаков, ни скелетов, никого. Почему, интересно? А, смотри, жители здесь спят. Опа. Можно я с вами посмотрю? То мне страшно на улице. Ребята, не говорите голему, что я сюда пришел и здесь буду спать. А, ой, голем идет. Ой, надеюсь, он меня не заметит. Так, надо куда-нибудь лечь. Быстренько поспать вот на эту кроватку. Так, быстренько ложимся. Надеюсь, голем меня не увидит. Быстрее бы утро наступило. О, наступило утро. Ребята, поговорите со мной кто-нибудь. О, тебе нужны палочки. На, пожалуйста. Так, подожди, у меня много палочек. А, забирай все палочки. У меня этих палочек миллион. Так. Так, больше... А, вот еще палочки есть. Больше палочек у меня, к сожалению, нету. А тебе бумага нужна? У меня бумаги нету. Так, а ты мне что, стрелы дашь? Так, мне стрелы не нужны. Кремень. Нифига себе, сколько тебе кремня-то надо, а? Так, а тебе бумаги? Так, у меня бумаги, к сожалению, нету. Пойду-ка я, знаешь что? Поищу тростника. Тростника поищу. И буду делать из тростника бумагу.
точно. Где-то бумага была. А, здесь нету бумаги, тростника. Я знаю, где тростник. Обычно на озерах, на реках. Вот река, а ничего нету. Подожди. Сейчас я пойду посмотрю где-нибудь подальше. Сейчас я залезу сюда на гору и посмотрю, может быть, здесь есть где-нибудь тростник. А ну-ка, здесь тоже нету. Ну, я сейчас поищу тростник. Так, нету тростника. Так, ну, обычно тростник растет же здесь, возле рек. Так, ладно, побегу-ка я вперед и посмотрю вот там подальше. Может быть, там есть. Сейчас сюда залезем быстренько и тут посмотрим. Нифига, какая пещера большая, чтобы не упасть в нее. Главное не заблудиться, я просто прямо буду бежать. Просто прямо. Так, а потом просто я повернусь назад и побегу назад. Опа, опа. Смотри, значит, там начинаются болота. Там точно нету тростника. Или это тростник? О, я тростник нашел. Я нашел тростник, нифига себе. Ой, вот он тростник, смотрите, ребята. Вот тростничок растет. О, хорошо. Сейчас мы его соберем и посадим в нашей деревне. Опа. Так, все, я весь тростник собрал. Нет, какая-то палочка здесь упала. Ой, сломалось все. Вот, смотри, видишь? Палочка какая-то. О, все. Так, у меня 9 тростника. Так, ну все, я думаю, надо отсюда уходить домой, пока не наступила ночь. Так, я надеюсь, правильно иду в направлении. Сейчас быстренько-быстренько иду домой. Я дома посажу. У меня вырастет много тростника. И я с жителем буду торговать. И он мне даст много-много вот таких вот изумрудиков. Ой, опять пещера, подожди. Вот, где же мой домик? Вот мой домик. Я его уже вижу. Куда же, где же мне посадить тростник? Сейчас я придумаю. Так, может быть, я вот здесь сейчас посажу, в принципе. Так. Вот здесь, пускай здесь пока растет. Хотя, знаешь что, в принципе, ладно, я его здесь оставлю. Через какое-то время я приду, и он вырастет.